Мы продолжаем вещать с выставки World Food. У нас в гостях опять представители Ирана. Скажите, пожалуйста, какие у вас ожидания на два оставшихся дня данной выставки? Лотфан бегит, чьи энтезари дарит ас ин до руз ахир. بسم الله الرحمن الرحیم من خسرو حاتمی مدیر عامل شرکت حاتمی 555 کشمش ملایرم از ایران اومدم و در این دو روز گذشته خوب بوده بازدید کننده های زیادی داشتیم و راضی ام از کار. Меня зовут Хосро Хатами, я из провинции Хамадан, представляю компанию Хатами, которая, как моя фамилия, называется на 555. И в предыдущие два дня у нас было очень много посетителей, с которыми мы уже договорились о заключении договоров, и надеюсь, что в следующие два дня будет то же самое. Это очень хорошо, поздравляю вас. Скажите, пожалуйста, а в какой отрасли, какие продукты вы привезли и какой товар вы представляете на данной выставке? Чимахсуляти туи на маешгах на маеш миконит. Фагат кешмишки махсули тулиди ходу махас, фагат кешмиши малайру. А у нас только изюм, который у нашего производства два вида, Golden и Султана. Вы уже импортируете его в Россию или только собираетесь налаживать поставки? Тахаля ба Русия хамкарики ардит, ваин махсулятро ба Русия авардит. Ма 20 сале дар Русия дарам фаалият миконам аз сале 2000 я 2001, ке ба Русия дарим кешмиш мифрестим. Ва хамиша ам будим, михал туи намашкам ке шеркат миконим, фагат ба хатир ин ке башим дар махал. Я уже 20 лет сотрудничаю с Россией, и я просто присутствую на этой выставке, а так я, в принципе, всегда в контакте с Россией, всегда у меня есть покупатели. Спасибо вам большое и успехов.